Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A50. И сейчас я покажу вам, как как поменять рингтон. Итак, для этого мы свайпаем открываем настройки и проходим в раздел «Звук и вибрация». После чего выбираем мелодию звонка, и здесь мы можем выбрать любую мелодию из системных, либо нажать на плюсик и добавить что-то из музыки на устройстве. Также мы можем перейти в контакты, выбрать какой-то контакт, нажать на значок информации и нажать на опции и нажимаем на опции, и здесь у нас нету почему-то рингтона. Нажимаем «Изменить». И здесь у нас есть мелодия звонка. И мы можем выбрать любую мелодию для данного рингтона. И нажать «Сохранить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.